Премии для одаренной молодежи. Более 10 лет подряд в Иванове поощряют самых талантливых ребят в возрасте от 12 до 17 лет. Все без исключения лауреаты заслуживают того, чтобы получить денежные сертификаты. Мы считаем, что одаренная молодежь вся. Другой вопрос, что кто-то проявил себя уже, а кто-то еще просто даже не знает, в чем он одарен. А особенно это касается детей. Но дети, которые на регулярной основе занимаются чем-то, музыкой, хореографией, драматическим искусством, уж они-то точно одаренные. И поэтому мы, конечно же, стараемся их поддерживать. Екатерина Пухова учится в детской музыкальной школе номер 5. Успешно выступает не только как солистка, но и в составе различных ансамблей. Мне нравится играть на фортепиано. Я туда пошла еще, когда была в детском садике, и мне это всегда нравилось, и я хочу продолжать. Я стараюсь уделять много свободного времени и играю 2-2,5 часа дома. Ежегодно поощряют не только одаренных детей, но и педагогов, которые день за днем помогают раскрыть талант в каждом ребенке. Татьяна Иконникова преподает сольфеджио, музыкальную литературу. Сложную для восприятия информацию старается сделать доступной для понимания. Мы используем более новые технологии, то есть не просто беседа, это литературный рассказ о каком-то композиторе или о каком-то событии. Мы идем ногу со временем, мы применяем и камеру, и экран, и телевизоры, и ютубом пользуемся, делаем нарезки о жизни композиторов. В общем, используем именно как бы российские телефильмы, зарубежные фильмы, вот, чтобы сделать наиболее интересным, потому что большинство детей сейчас привыкли к видеосюжетам. Фортепианный дуэт Анастасии Беляевой и Софии Джадугишвили – постоянный участник концертов и лауреат многочисленных конкурсов различного уровня. Вместе девочки выступают уже 3 года. Это очень трудная работа. Мы почти каждый день репетируем по часа 2, там бывает по 3. И репетируем до такой степени, чтобы нашему учителю все понравилось. Чтобы нам нравилось тоже. Да. Чтобы все было идеально. Во время торжественной церемонии прозвучала хорошая для всех музыкантов новость. В 2019 году правительство области выделит 25 миллионов рублей на новые музыкальные инструменты. Так достигать новых высот в искусстве одаренным ребятам будет гораздо проще. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.